Привет, Наконечен Витыч! Я сегодня буду чеширским котом! Привет! Мы сегодня готовимся к Хэллоуину! Да! И для начала мы сделаем несложный макияж чеширского кота. Причем, если у вас нет специальной косметики для аквагрима, можно воспользоваться обычной женской косметикой. Так, ну что? Начнем? Да. Отлично. Что самое главное у чеширского кота? Улыбка. Правильно, его обворожительная улыбка. Для этого мы берем обычный карандаш для бровей, черный, и начинаем рисовать нашу улыбку. Чем шире, тем лучше. Так. Вот так мы одну сторону нарисовали и вторую сторону нарисовали. Посмотрите, какой у нас уже улыбчивый чеширский кот. Теперь мы нарисуем ему зубки. Какой же кот без зубов, правда? Угу. Что коты любят? Птичек, мышек. Рыбку. О, рыбку коты обязательно любят. Карбашку зеленую. Поэтому, чтобы всю эту вкуснятину разжевать, котам нужны зубки. Вот такие острые. Посмотрите, какая красота. Теперь мы берем белые тени. Вот такие. И сейчас мы эту улыбку зарисуем белыми тенями, вот так, белым цветом. И у нас будет чеширский, красивый, улыбчивый кот. Вот у нас чеширский кот уже с улыбкой. Дальше мы нарисуем нашему котику красивые усишки. Вот такие усы получились. Конечно же, у чеширского кота должен быть носик. Конечно. Вот такой вот носик, который мы тоже вот так вот зарисуем и чуть-чуть растушуем. И закрасим его темными тенями. Вот у нас уже почти чеширский кот. Наш кот почти готов. Осталось нарисовать что коту? Глазки. Глазки. Для глазок мы возьмем вот такой зеленый цвет. Ведь глазки у кота какого цвета? Должны быть бирюзового. Бирюзового или зеленого. Закрывай наш глазик. И вот так мы просто обводим глаз зеленой краской. Осталось нам одеть что? Ушки. Ушки. У нас это вот такая веселая маска кота. Давай сюда. Опачки. Посмотрите, у нас супер чеширский кот готов на Хэллоуин. Ставьте чеширскому коту лайк и подписывайся на мой канал. Мрррр.